Если вы думаете, что знаете абсолютно все способы приготовления цветной капусты, то я сейчас вас сильно удивлю. Посмотрите рецепт цветной капусты, фаршированной фаршем, такого вы не пробовали. Я не думаю, что когда-нибудь в жизни вам приходилось видеть такое великолепие, а если и приходилось, то готовили его так точно единицы, поэтому сейчас я с удовольствием расскажу вам, как сделать цветную капусту, фаршированную фаршем. На самом деле здесь нет никаких особых секретов, да и рецепт предельно прост, даже ребенок справится, но в итоге получается такая красота, что создается впечатление, что над ней целый день корпели профессиональные повара. Ну и вкус, естественно, получается отменный, очень мягкая капуста с нежным фаршем под сырно-майонезной шапкой, отличное сочетание, и это шикарное блюдо смело можно ставить на праздничный стол. Я уверена, что ваши гости будут удивлены таким новаторским подходом к приготовлению капусты. Ниже я предлагаю вам подробный рецепт цветной капусты, фаршированной фаршем, с фото, чтобы вам был более понятен весь процесс приготовления. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Мы выбираем средний кочан цветной капусты без темных пятен, удаляет листья у основания и тщательно моем его. Теперь наливаем в кастрюлю воду и ставим на огонь, дожидаемся, пока вода закипит, а затем солим ее и опускаем капусту, варим 6-7 минут, не больше, для нас очень важно не переварить ее, затем сливаем воду и ждем, пока капуста остынет. Фарш перекручиваем на мясорубке с луком, добавляем яйцо, измельченную зелень, соль и перец, тщательно перемешиваем. Теперь полученным фаршем заполняем пространство между соцветиями. Делаем это аккуратно, руками, чтобы не повредить капусту. Выкладываем фаршированную капусту в форму для запекания и тщательно смазываем со всех сторон майонезом. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 40 минут. Затем вынимаем капусту и посыпаем ее натертым сыром. Возвращаем в духовку и готовим еще 10-15 минут. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Когда наша фаршированная капуста немного остынет, нарезаем ее на кусочки и украшаем свежей зеленью. Вот такая красотища получается в разрезе. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится: капуста цветная, 1 штука, средний кочан, фарш мясной, 300 грамм, майонез, 5 столовых ложек, сыр, 100 грамм, яйцо, 1 штука, свежая зелень, 20 грамм, лук репчатый, 0,5 штуки, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, количество порций, 1-2-15. Щелчок, клик. Нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До встречи!